Дорогие друзья, от имени Ассоциации выпускников Алтайского государственного университета поздравляю вас с получением, а может и завоеванием, путевки в большую жизнь. Первый выпуск был в далеком 1978 году. А в 2021 году в наши ряды вольются уже более 3000 вчерашних студентов. И нас целая армия, около 80 тысяч профессионалов, которых объединяет любовь к родному университету. И мы гордимся, что в свое время выпускниками стали ректор Бочаров Сергей Николаевич, президент Землюков Сергей Валентинович. Сегодня мы опять с благодарностью вспоминаем и говорим большое спасибо нашим любимым преподавателям, которые передавали нам профессиональные знания, жизненный опыт, и которые всегда будут за вас переживать. А у вас большая жизнь. Работа, трудовой коллектив, создание семьи, рождение детей, внуков. Конечно, успехи будут, но будут и трудности. А как говорил академик Кошелев Юрий Антонович, алтавитамины, все достигается в борьбе и любви к близким. А наш Алтайский государственный университет очень близок к нам с вами. Этот мяч с чемпионата мира по футболу, который проходил у нас в России. И здесь написаны слова «Вперед, без страха и сомнений». И сегодня эти слова можно адресовать и вам, выпускникам. Но у вас начинается свой мировой чемпионат, в котором вы будете соревноваться за то, чтобы быть успешными и счастливыми. И теперь мяч на вашей стороне. Дерзайте!